Кому не нужны блог. Йо-йо-йо, это Макс. Вы знаете его по таким фильмам, как «Дворовый хоккеист», «Мегароллер 3» и какой твой любимый? «Финтёр 7». Вот так. Будет мастер-класс хоккейный. Я сам не знаю, меня пригласили, но главное — это лед, бесплатного льда. Не бывает в Питере, а оказывается бывает. Вот мы на него едем. Как давно ты занимаешься хоккеем? Вообще в целом или... Да, в целом. С 30 лет как я занимаюсь, с 31 года. Ну, вообще я занимался в детстве хоккеем. Лет до 14, до 15, наверное, с 3 класса. Вот. А теперь начал, 2 месяца назад я начал заниматься опять хоккеем. А до этого делал фристайл с клюшкой. Приехали. Как завод-то называется, что-то там? Выхлоп? СПБ Выхлоп? Нет, это где выхлоп устанавливают. Ну, под СД. Куда-то под СД приехали. Вот сюда. А здесь, оказывается, хоккейная школа вратарей. Какие впечатления? Не просто. Очень, очень ломает ноги, по ощущениям. Реклама тренировок. Реклама, о, да, тренировок. Урагану привет. Отлично. Да. Не, на самом деле очень поучительно даже для людей, кто катается давно. И Лес молодец. Он дает основы, а мы даже тупо на основах где-то что-то не можем. И настолько завтра уводят. Жалко, что в школе занимался футболом, а хоккеем, тут на самом деле такая экипировка, постоянно холодно, но двигаться очень круто, короче. Крутая игра, блин, прям захотелось, но мне кажется, уже поздновато. Ну что, делитесь впечатлениями. Тяжко. Тяжко? Первый раз тяжко. А вы типа обычно только играете, не тренируетесь? Нет, тренируемся, просто тренировка не такая. Это тренировка конкретно на катание была.
А мы играем комбинации, разыгрываем. Че? Че, комбинации разыгрываем? Ну, да, видишь, комбинации разыгрываем. Че играешь? Любо. Самое главное, чтобы форма просохла завтра до 6:15 утра. А, у тебя в 6:15 тренировка, я не пойду на такую. Я спать буду. Ты большая. Шань. Вот так вот сделаем. И это никому не нужный блок. У-ху! Про хоккей. Или около, около хоккея.